למה בחרתי את הנושא? כי אני בטוח שכל אחד מאיתנו הוא פחות או יותר הוא מרגיש שרודף אחריו פחד. Почему я выбрала эту тему? Потому что каждый из нас в той или иной степени чувствует, что за ним гонится или его преследует какой-то страх. מזמן שיצאנו מגן עדן באדם הראשון, הפחד הוא כל הזמן רודף אחרינו. С того момента, как мы, как человечество, вышли из Эдемского сада, страх не перестает гнаться за нами. זאת אומרת שעולם אשר אנחנו קיימים בו הוא לא בטוח, הוא מלא סכנת מוות. То есть мир, в котором мы живем, он не безопасен, он полон смертельных опасностей. מדי פעם אנחנו זה יותר מרגישים, מדי פעם פחות מרגישים. Иногда мы более это чувствуем, иногда менее. ויש אנשים שכל הזמן נמצאים בפחד. Но есть люди, которые постоянно находятся в этом страхе. והם כל הזמן מתוחים. Они постоянно напряжены. ומערכת של העצבים הוא אצל מישהו יכול לשבר אפילו. У некоторых даже может нервная система сломаться. הכל מפחדים. И это все от страха. מצב שאנחנו נמצאים בו הוא פשוט דורש מאיתנו לנעול נכון בכל ההרגשות שלנו ותחושות שלנו. И состояние, в котором мы находимся, оно требует от нас правильно распоряжаться своими чувствами и эмоциями. אנחנו חייבים לקחת את זה ולנהל בזה. Мы должны взять это в удел и править этим. אי אפשר שפחד הוא מנהל כל הדברים בחיי. Невозможно, чтобы страх он руководил всем в моей жизни. רוב הפחדים שיש חוסר זמן, זה פחד, אני חושב, הכי הכי חזק. И основной страх, я думаю, самый сильный, это то, что людям не хватает времени. הבן אדם הוא חושב שהוא יודע שהחיים שלו זה המסגרת, הוא לא יכול לצאת מזה פשוט. Человек знает, что его жизнь является определенными рамками, из которых он не может выйти. ומפה נובח פחד. И отсюда исходит страх. הוא מרגיש שהוא לא מספיק, לא מספיק לו זמן. הוא רוצה לעשות את זה, אבל הוא מרגיש לא, יש חוסר זמן. И человек, желая что-то сделать, он думает, нет, я не могу на это пойти, мне не хватает времени. И всякие случаи, которые мы встречаем в своей жизни, они также вселяют в нас страх. בתהילים יש כמה פסוקים מאוד מאוד מעניינים לדעתי. На мой взгляд, в псалмах есть несколько очень интересных стихов. בעברית זה נון היי. На иврите это 55-й псалом. ברוסית זה 54. В русской Библии 54-й псалом. וזה תזמורת שכתב דוד. Это псалом, который написал Давид. ואנחנו יודעים שדוד הוא היה חייל, חייל מיוחד. И мы знаем, что Давид был очень успешным и особенным воином. הוא היה גיבור, נכון. זה כמו דובדבן היום בכל החלקי של הצבא. Он в спецназе служил на то время. מיוחדים שעושים עושים פעולות אפילו בשטח של האויב. Те солдаты, которые делают какие-то военные действия на территории врага. זה כמו חייל מהמסד. Как из Масада солдаты. דוד הוא פשוט היה בן אדם, הוא ממש היה גיבור. Он действительно был героем. אנחנו יודעים שהוא הרג גוליית. Он убил Голиафа.
Кулям аю походим мемену, а валё Давид. Которого все боялись, но не Давид. Угам араг от кама анаким мимишпахат шела Голиат. Загам катув ба амалахим. Из семьи Голиафа он также убил несколько великанов других. Это написано в книге Царств. Бамилхамот, а Давид уая בזמן המלחמה כן כתוב שחרב מהרוב דמים שירדו בחרב נדבק על הכף יד. И написано, что от множества крови, которую он проливал во время боя, меч его прилипал к руке. וממש היה נדבק. То есть реально прилипал. זה לא בן אדם שאפשר להפחיד אותו במשהו. Это не человек, которого можно напугать чем-то. אבל גם הוא מרגיש היה פחד. Но он также чувствовал страх. ומפה אני רוצה כאילו לקחת כמה סעיפים אשר אני רוצה לדבר. И отсюда я хочу взять несколько вещей, о которых мы поговорим. מפסוק 5 עד 9 קודם אני אקרא בעברית ואז ויקה תקרי ברוסית. ליבי יחיל בקרבי ואימות מוות נפלו עליי. יראה ורעד יבוא בי. ותחסני פלצות. ויאמר מי יתן לי עבר כיונה אהופה וישכונה. הנה ארחיק נדוד אלין במדבר סלע. אחישה מפלט לי מרוח סועה מסוער. אמן. ספייתו פה דיבתי. Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня. Страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня. И я сказал, кто дал бы мне крылья, как у голубя? Я улетел бы, успокоился бы. Далеко удалился бы я, и оставался бы в пустыне, поспешил бы укрыться от вихря, от бури. Аминь. Аминь. Лама уках умер. Почему он так говорит? А у евреев своего сейчас. Враги сейчас вокруг него. И он не знает план. Когда ты на войне, все понятно, все известно. Мы здесь, враг напротив. То же самое ситуация с Голиафом. Он великан. Он сильный. אבל אנחנו רואים אותו. Но мы видим его. זו המטרה שלנו. Это цель. אני צריך להרוג אותו. Я должен убить его. דוד תמיד היה בוטח בחסד של אלוהים. דוד всегда надеялся на милость Божью. אותו דבר בחיינו, יש מצבים שמובן לנו. אנחנו מבינים מה קורה עכשיו. ואנחנו מרגישים יותר בטוח, פשוט, כשאנחנו יודעים איך לנהול במקרה הזה. И точно так же в нашей жизни есть случаи, которые нам знакомы, мы видим, что должно произойти, и мы знаем, как себя вести в такой ситуации. בדיוק, יש לנו ניסיון, ואני לא אני מרגיש כאילו קצת מתח, אבל אני יודע מה אני אעשה. У меня есть опыт, я как бы чувствую немного напряжения, но я знаю, что я буду делать. אבל יש מצבים שאני לא מבין מה קורה סביבי. Но есть ситуации, когда я не понимаю, что происходит вокруг меня. יש מצב שאני זה לא בכוח שלי בכלל. Это не в моих силах вообще все. לא תלוי שום דבר מאיתנו. От нас ничего не зависит. ואז הגיע אימה. И тогда приходит ужас. אני מתחיל ממש זה רעדה בפנים. Это может выражаться в судорогах в теле реальных. Дрожь. Нахон. זה המצב שאנחנו צריכים להגיש לאדון. И это состояние, в котором мы должны приходить к Господу. לבן אדם זה לפי הטבע שלנו לברוח. И по природе человека это уйти, убежать. אנחנו רוצים לברוח, לעוף לאיזה מדבר. הדוד אומר זה המדבר. И
Человек хочет укрыться, улететь в пустыню. Давид говорит, что это пустыня. Бишвилену за яхоли йот, они умер за маара. Для нас, я бы сказал, это пещера. Кен. Маара. Маара. Беседер. Ляшкиназим ифшар лагит маара. Маара. Они кину шама кмо бамахбоа. Я там как в укрытии. Они маргиш батуах ахшав. Сейчас я чувствую себя уверен. Ванахну борхим. И мы убегаем. Микшаим шелану. От трудностей своих. Мимком лаамод муль акшаим. Вместо того, чтобы противостоять. Ке Давид негид Голиат. Трудностям, как Давид против Голиафа сражался. Анахну борхим. Мы убегаем. Ке анахну руцим ахшав, давка ахшав. Они руце ларгиш. Потому что именно в этот момент я хочу почувствовать, что я в надежном месте. И это те крепости, которые мы строим внутри своего разума, в сердце. А уев шелану, сатан, утамид, узер лану, ливрох. И наш враг, дьявол, он всегда помогает нам убежать. Он стоит на пути и говорит, давай, убегай туда, давай. Он такую стрелочку направляющую красиво нарисует. Чтобы ты не перепутал, куда тебе убежать. לעצור, להתפלל, לבוא לאדון ולהבין מאיפה אנחנו יכולים לקבל עזרה. Иногда мы действительно нуждаемся в помощи, но для этого нам нужно остановиться, помолиться и действительно осознать, от кого мы можем получить эту помощь. Почему это проблематично убежать? כי תמיד על ידינו יש אנשים אשר מסתכלים עלינו והם רוצים מאיתנו לקבל כוח, תמיכה. אנחנו כדוגמה בשבילהם. Потому что вокруг нас всегда есть люди, которые желают увидеть или получить какую-то поддержку. То есть мы являемся примером для них. זה יכול להיות משפחה. Это может быть семья. ופתאום הגיע בעיות. И вдруг пришли трудности. וילדים מסתכלים על אבא ואמא. И дети смотрят на отца и мать. ופתאום אבא הוא מתחיל לשתות וודקה. И вдруг отец начинает пить водку. הוא בורח. Он убегает. הוא לא רוצה לפתור עכשיו בעיות. Он не хочет сейчас решать эти трудности. והילד מסתכל עליו והוא מחכה שאבא הוא יעזור לו. И ребенок, смотря на отца, ожидает, что отец поможет ему. אבל אבא הוא בתוך מערה שלו. Но отец в своей пещере. הוא שותה. Он пьет. ואז בתוך הילד הזה סטן מתחיל לבנות מצדה. И тогда в сердце такого ребенка дьявол начинает строить крепость. הנה, הוא לא עוזר לך. Вот, он тебе не помогает. עכשיו אם אתה תתפלל לאלוהים הוא גם לא יענה לך. Теперь если ты помолишься Богу, он также не ответит тебе. אבל אני אעזור לך. Но я помогу тебе. ככה הוא משקר. Так дьявол обманывает. והוא אומר, הנה אבא שלך, הוא שותה וודקה. Он говорит, вот твой отец пьет водку. אבל אתה לא שתיין, אתה בן אדם טוב. Но ты же хороший человек, ты не пьяница. בשבילך יש גירואין. Для тебя есть героин. О, зима. Или блуд. Кен. У мишакер. Он обманывает. У аба шел шекер. Он отец лжи. Ву тофез бамалкодет кама шеотер анашим. И он стремится уловить как можно больше людей в сеть. Бегилаль зе анахну пашут црихим קודם כל להחזיק יחסים בינינו. זאת אומרת, אם היום אני מרגיש שקשה לי, תתקשר ותגיד, תתפללו בבקשה, המצב שלי, אני מרגיש שאני חלש, אני צריך פשוט עזרה
бетфилатха. И то, что нужно в этот момент сделать, это укрепить связи между нами, позвонив и попросить помолиться. Я сейчас чувствую себя слабым, помолитесь за меня, чтобы я укрепился. И я должен молиться также Богу. Пасук 17. 17 стих. Анил Элохим икра ве Адонай йошиэни. Амин. Аминь. Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня. Аминь. Эйма ве пахат баим бегляль ши ани ло йодеа ма ласот. Зе хосер нисайон. Гам зе хосер нисайон рухани. И ужас и страх, они приходят от того, что у меня нет опыта, как и физического, так и духовного. Ани ло йодеа ма ласот. Я не знаю, как мне поступить. Ани эль Элохим икра. Я воззову к Богу. Он знает. Это самый правильный адрес. Мы должны знать адрес, в какую дверь стучать. Не так, что я на одной ноге помолюсь, думая, что он ответит мне. Мы должны знать адрес, в какую дверь стучать. Мы должны вкладывать время в молитву. И молиться, пока не придет ответ. Вы помните, что ответ – это милость. Пока я не почувствую мир. В моей жизни это было много раз, что действительно, ситуация не понятна вообще, что делать. И в моей жизни часто было, что было тяжелое положение, и мне непонятно было, что делать. Но Отец наш Небесный дает нам дойти до последней точки. Я думаю, вот сейчас, вот сейчас. А Отец смотрит с небес и говорит, нет, еще нет. Сколько может тянуться такое состояние? Он говорит, еще нет. Почему он так говорит? Потому что я еще не готов, мое сердце не сломалось до конца в этом состоянии. И написано, что его дух, его милость, она придет только к сокрушенным сердцам. Написано, и Господь спасет меня. Не кто-то другой. Иногда Он посылает людей, но все это от Него. И Господь, Он может решить любую ситуацию сложную. זאת אומרת שאנחנו צריכים להתבטח עליו עד הסוף. לפתוח, то есть мы должны открыться Богу до конца. להישען על הדברו. Опереться на Его Слово. פסוק 23. 23 стих. אשליך אל אדוני אהבך והוא יקלקלך. לא יתן לעולם מות לצדיק. Амен. Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Аминь. Амен. אבל בעברית כתוב לעולם הוא לא נותן מות לצדיק. זה לא колебаться. Но в иврите написано, что никогда он не даст умереть праведнику, то есть не сомневаться или колебаться, а не допустит его смерти. Есть разница, правда? Я не уверен. Но здесь именно идет о смерти.
мазим тав. Кен. Кен, за нахон, мавет кен. Тов беседер, беседер. Тихует за ким мидраш. Беседер, нахон, еш по евдель бе от эхад. Тут есть разница в одной букве. Мавет им тав. Смерть пишется с одной буквы, а тут другая буква написана. Зенахон, бигляль зен йомер, тикаблю это ким мидраш. Так что принимайте это как толкование. Ки давка зе осим, зе нишма ото давар, ואנחנו יודעים שבמצב של בזמנו של דוד בן אדם שיודע לקרוא זה היה מאוד נדיר. И в то время, когда жил Давид, человек, который знал и умел читать, это было редкостью. זה רק סופרים. Только книжники. ואנשים כמו אנחנו הם יכולים רק לשמוע. Такие люди простые, как мы, могли на тот момент только слушать. בגלל זה пируш, что ифшар латет ли двар. Поэтому толкование, которое можно дать слову, угам яхоль гьет, кмо ше анахну шумим эдзе. Оно может быть также на слух, ориентировано на слух. Ло рак ли фи актав. Не только на то, что написано. Ото давар ая меламед Иешуа. Точно так же учил Иисус. Уамар атем шаматем. Он говорил, вы слышали. Ло тигнов, о ло нау. Не воруй или не прелюбодействуй. Уамара, за ним умер лахем, что афилу им ата мистакел аля иша, веш лаха теава бифним, битох алев, а так иилу шакавта ита. Он говорит, что даже если у тебя, ты смотришь на женщину, у тебя есть просто желание, это то же самое, как ты переспал с ним. Лама умер, атем шаматем. Почему он говорил, вы слышали? כי בזמנו קודם כל לקרוא היה אפשר רק מהמגילה. Потому что в то время читать может было только из свитка. גם אצלנו היום בבית אין מגילות, כי זה דבר מאוד יקר. Сегодня у нас дома также нет свитков, потому что это מדפיסים על הנייר. Дорогое и печатают на бумаге. פשוט היום כתבי הקודש הרבה יותר נגיש לאנשים. Сегодня Писание легче достать, чем во времена, более доступны, чем во времена Давида или Иисуса. Но спасибо за подправку. Ло нотним ли лишахрер кольках. Бабайт ани вдок бидюк мазе. Дома я проверю точно, что это. Кен, мавет вет мимут, зе ото шореш. Беседер. Бони лех кадима. Давайте продолжим. А бенадаму црих льот батуах бетиквато. Человек должен быть уверен в своей надежде. Катув ишлих אל אדוני יהבך. 23. Написано, возложи на Господа заботы твои. זאת אומרת, אתה צריך להיות בטוח, והתקווה שלך צריכה להישען על הדבר של האלוהים. То есть твоя забота должна быть отдана Богу, и надежда должна опираться на Слово Божье. Не на что-то другое. וכתוב פה והוא יחלקלך. И написано, Он поддержит тебя. זאת אומרת, הוא יספק לך כלכלה, אוכל, בגדים, כל הדבר הוא יספק לך. То есть Он даст тебе все потребное для жизни, одежду, еду. Иногда мы недостаточно близки к Богу. И иногда Он строит нашу жизнь так, что мы начинаем чувствовать, что нам тесно теперь. ואז אני
И крале Адонай. И тогда я взываю Господу. Моше катув. Как написано. Ветом бен адам уяхол лекабель рипуй. И вдруг человек может получить исцеление. Уяхол лекабель тшува. Ло айу ле йеладим арбе зман, питом еш у матхил лаледет. И не было детей у человека много времени, но вдруг он начинает рожать. הרבה דברים יש שאי אפשר זה לעשות דרך ניסיון שלנו או דרך כסף או דרך הקשרים שיש לנו. И многие такие вещи невозможно сделать через опыт или связи или деньги. От пасук אחד זה תהילים למד זין בעברית. Барусит, а не хошев за шлошим вешеш. 36-й псалом. Голель Адонай даркиха, увтах алав, вегу ясе. Амен. Хамеш. Пасук хамеш. Шлошим вешеш. Ло. Это Иов. Тигелим. 36. Кен. Предай Господу путь твой и упование на Него, и Он совершит. Амин. Амин. Авал баеврит катув голь. Стомерит, анахну црихим легалотло. Написано «открой», то есть мы должны открыть Господу. אנחנו צריכים לגלות לו התוכניות שלנו, מה אני חושב, ולתת לו אפשרות לתקן אותנו. Мы должны открыть Богу наши ошибки, то, что мы думаем, и дать לא, ему תוכניות. Наши планы, и дать ему возможность исправить их. נכון, כתוב גול אל אדוני דרכך, זאת אומרת, חיים שלך. Написано, предай Господу путь твой. То есть открой ему жизнь твою. Кен. Ваз катув уфтах алав. И уповай на него. Ата црих лёд батуах шеу озер леха. Ты должен быть уверен, что он помогает тебе. Поме дубар аля бетах. Батуах, уфтах. Упование, нахон. Тут речь идет о уверенности. Кен, авал тиру. Зелёт тиква, зелёт стам, ше ани бутеах бо. Еш ли альма литбасес, лама ани бутеах бо. Каха зе увед, зелё стам милим. То есть у меня не просто надежда, а у моего упования есть база. То есть это не просто слова. Кен. שאני צריך להיות בטוח. Я должен быть уверен. זה כמו ביטחון עצמי יש לנו. Как самоуверенность есть у нас. כן. גם צריך להיות ביטחון בפנים, בתוך הליבי. אני בטוח שבן אדם הוא לא ימיר, הוא לא ישקר. Как и уверенность у нас есть, что человек не предаст, он не изменит, не обманет. Адонай. הוא לא ימיר. Бог не предаст. Нахон. А? Лё. Марти Адонай. Титракези. Барега ше ани матхил легалот лелогим, ма ани руце ласот, ма битоха леби, базмана тфила иги али ביטחון. אני מתחיל להרגיש את עצמי יותר בטוח. И в тот момент, когда я молюсь, я начинаю чувствовать уверенность и чувствовать себя более уверенным. От פסוק אחד זה איגרת הראשונה לפטרוס. Еще один стих, это первое послание Петра. פרק חמש,
Пятая глава. Пасук шева. Седьмой стих. Ашлиху элав коль яхавхем, кигу идаг лахем. Амен. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Аминь. Амен. Анахну цельхим ляшлих элав коль яхав шилану. Мы должны возложить на Него все заботы свои. Перек хамеш, пасук шева. Пятая глава, седьмой стих. Ани хошев йотер тов лишмо, бимком лихапес эта маком, ки атем пусхим кола давар. Я думаю, что лучше слушать, чем искать место Писания, потому что вы пропускаете. יותר טוב לשמוע, כן. עד שהבן אדם ימצא, אין לנו פשוט פה שלוש דקות, שם חמש דקות. יותר טוב לכתוב, לשמוע. בבית אפשר לבדוק שאני לא משקר ואני קורא מהדבר. И просто у нас нет времени ждать, пока каждый найдет, и дома можно проверить. מי שמחפש מהר, בסדר. אני פעמיים, שלוש פעמים נותן כתב, כתובת. למה אני אומר את זה? כי אני יודע, בזמן שאני מחפש, אני לא שומע בכלל. Почему я говорю? Потому что я знаю, что в тот момент, когда я ищу, я не слышу. אני מרוכז על חיפוש. Я сосредоточен на том, чтобы искать. ובין הבמה והשורות אשר אתם יושבים. И между сценой и рядами, в котором вы сидите. פועל אויב. Действует враг. Потому что он находится в атмосфере, которая вокруг нас, в пространстве. Двар Адонай говорит, что мы должны כל הדאגות שלנו להעביר על האלוהים. И Слово Божье говорит, что мы все заботы свои должны возложить на Него. Мы как будто бы должны снять с себя камни, которые не дают возможности нам идти. Так это работает. Школа Мацавим. שאנחנו פוגשים בחיים, האויב הוא משתמש בזה והוא רוצה להפחיד אותנו, והוא מביא לנו כל הפחד ואימה. И все ситуации, которые мы встречаем в жизни, дьявол через них внушает нам страх. ואלוהים אומר, אתה תבוא אליי. Но Бог говорит, ты приходи ко мне. אתה תתחיל להתפלל. Ты начни молиться. ותן לי לעשות כל הדבר. И дай мне все сделать. חוסר אמונה זה מה שעובד נגדנו. И недостаток веры это то, что работает против нас. אנחנו חושבים איך הוא יכול לעשות את זה. Мы думаем, как он может это сделать. אבל הוא אומר, מה אכפת לך באיזה שיטה אני אפעול? עכשיו חשוב שאתה פשוט תשחרר עצמך מכל הלחץ הזה. Но Бог говорит, какая тебе разница, каким способом я буду действовать, главное, чтобы ты освободился от этого напряжения. ופה עוזר לנו תקווה לחיי נצח. И здесь нам помогает надежда на вечную жизнь. Максимум, שיכול להיות, максимум, что может быть, זה מוות. Это смерть. אבל אפילו אם אני אלך למוות, но даже если я умру, אני קום לתחייה. Я воскресну. פה אנחנו יכולים לקחת כוחות. И здесь мы можем взять силы. אין לנו מה להיפחד. И у нас нечего бояться. אנחנו צריכים להתקדם. Мы должны продвигаться. לצעירים, אם זה עכשיו זמן לימודים והמבחנים, מכל הכוחות להשקיע זמן וכוח כדי לעבור כל המבחן. И для молодых, если сейчас это время экзаменов, то вкладываться
изо всех сил, чтобы пройти их. Гама вода, то давар. Также и работа. Лифнейши яцати лиху лишарет. Перед тем, как я полетел за границу служить, а каблан чили ушилем берех 1500 шекель авур тест, и они ритахти тест. Мой каблан заплатил 1500 шекелей за тест, и я его заварил. Тем юдим мазакен, ритух лицилум. То есть сварка на съемку, на фотографию. Вишиба бухе, но умер, они... Они батуах аля ратахазе. И когда пришел экзаменатор, он сказал, что я уверен в этом сварщике. Афилу омар ани ахол ласим яд алав. Я могу на него руку положить. Ве ани амарти аль таасе эдзе. Я ему сказал, не надо этого делать. Аколь баяд элохим. Все в руке Божьей. Ве ани ритахти тест, ве бухен амар аколь беседер аль тидаг, аваль одлет эдзе, улю авар цилум адайн. И экзаменатор сказал, что все нормально, но этот кусок, он не прошел еще внутреннюю проверку. И прежде всего, когда я вернулся, я позвонил ему, спросил, если я прошел этот тест, хотя он был очень доволен. בתח שעברת אם אתה לא עובר מי יכול לעבור הוא מאוד מעריך אותי אבל אני יודע שאני לא בוטח למה שאני יודע תמיד אני מתפלל и он сказал что конечно ты прошел если ты не прошел бы то кто тогда смог но я уверен в милости Божьей וכל הזמן אני התפללתי и все это время я молился. לא חשוב שאני מקצוען ואני יודע את המקצוע ויודע לרתך אפילו עם עיניים סגורות. זה לא משנה. И не важно то, что я могу варить даже закрытыми глазами, потому что я профессионал в этом деле. תמיד אני בוטח רק באלוהים. Но всегда я надеюсь только на Господа. ואני התפללתי, יודעת, גם לפני המבחן, גם אחרי המבחן. И Ира знает, я молился и до экзамена, и после этого теста. Потому что все в его руке. Но я не переживал. Действительно. И до меня был еще один сварщик, который больше двух часов игрался с этими деталями. И я ожидал, чтобы только одно из них сделать, заварить на тест. И я вижу, что Бухен тоже смотрит на это, он должен ехать в дом сегодня. И экзаменатор тоже смотрит на это, он должен уже идти домой. Это было пятница. И я взял, попросил его подвинуться, и свои детали я за 15 минут заварил. Очень быстро. И отдал. Элохим הוא פשוט יודע אם בן אדם מחפש מלכות השמיים Бог просто знает, что если человек ищет царство небесного הוא עוזר לו Он помогает ему אבל אם פחד בזמן הטסט נגיד זה סתם דוגמה, כן? התגבר עליי, מתחיל להיות רעדה, אתה לא יכול לעשות כלום, יש לך בפנים פחד. Но если страх преобладал бы во мне во время теста, то у меня бы начало трясти, потому что внутри меня есть страх. לא פחדתי שאני יכול, כאילו, לא לקבל עבודה הזאת.
Я не боялся, что я могу, например, не получить эту работу. Нет, это что-то другое будет. Есть более важные вещи. Потому что в пятницу я знаю, что я должен подготовиться к проповеди. Возлюбленные мои, не давайте страхам властвовать в своей жизни. Положите его в маленький карман, этот страх, чтобы он был, был близко, а там аргиш ото, ты чувствуешь его, аваль зе ло анак аль ядха, это не огромное возле тебя. Зе гамад битох акис шелха. Это как гномик в твоем кармане. Аль титъяхасу ле пахадим кели анаким. Не относитесь к страхам как к великанам. Игия пахада гадоль казе ле хаеха. Пришел такой великий страх в твою жизнь. Зе гамад ба. Это гном пришел. Тасим ото ба кис ве тамших ала. Положи его в карман и продолжи дальше. Титпалель. Помолись. Ташки азман ле тфилот. Вложи время в молитвы. Ата тидаг аль хипус мальхут ашамаем, витин ле Элохим лидог аль кол адварим шелха. Ты переживай за поиск Царства Небесного, а Бог уже позаботится о твоих вещах. Если мы так не делаем, это недостаток веры. Это правда. Я благословляю всех, чтобы вы превозмогали свои страхи. Также и я. Я также боюсь, как и вы. Честно. Человек, который не имеет страха, он не здоров. Обычный человек, он чувствует страх.